предыдущем туре экстралиги Б Бобруйск оступился в матче с хоккейным клубом «Витебск». После поражения от «Северян» под горячую руку «Бобров» попали юниоры. На льду бобручане смотрелись куда лучше, чем двумя днями ранее. Дубль в актив записал Владислав Богословский. Тремя ассистентскими баллами отметился Роман Шувалов. А кипер Роман Стрельников оставил свои владения в неприкосновенности, совершив при этом 22 сейва. В домашнем матче бобруйская команда доминировала, не слишком много позволяла сопернику и реализовала свои моменты. Финальная сирена зафиксировала разгромную победу бобров со счетом 4-0. Хотел поблагодарить соперника, потому что молодые парни разбудили и дали понять ребятам, что, я честно говорю, готовились, что, посмотрев игру с Брестом, мне сказали... Просто понравилось, как их самоотдача. Ну, в принципе, это и должно быть в этом возрасте у пацанов. А наши ребята, наверное, молодцы, что преодолели тот психологический барьер, который произошел у нас после Витебска. В следующем туре хоккейный клуб «Бобруйск» принимал молодежную сборную Белоруссии и, к сожалению, потерпел поражение со счетом 1-2. Следующим соперником «Бобров» станут пинские «Ястребы». Матч состоится 13 сентября в 19:00 на льду «Ястребов». Максим Кембель, Максим Галенко, «Бобруйск 360».